Напомним, замок означает, что опция платная и еще не куплена. Выберем запуск слайд-шоу по расписанию. Выполним шаги по оплате. Добавим первый поток. Придумаем код. Потоки – это гибкая система показа ваших слайд-шоу по расписанию. Выберем слайд-шоу, которое будет воспроизводиться всегда, пока другое не задано в расписании. Достаточно набрать номер, если так проще. Настройте подходящий часовой пояс. Ниже расположена матрица, в которой по горизонтали даты, а по вертикали часы. Красным цветом отмечено текущее время. Строка «Весь день» позволяет быстро задать по одному слайд-шоу на каждый день недели. Можно дублировать уже назначенные поля и перемещать копии в новые. Удалим назначенные задания. Удерживая левую кнопку, двигаем мышку вниз. Выберем меню с завтраком. Установим «Повторять ежедневно». Можно исключить из задания дни недели, ограничить показ конкретной датой. Продолжим создавать расписание в графическом интерфейсе. Можно уточнить диапазон показа с точностью до минуты. Рассмотрим, что будет происходить по сценарию этого примера. Допустим, ваше кафе открылось в 8 и будет показываться фоновое слайд-шоу. С 9 до 12 – меню с завтраками. С 12 до 17 – меню бизнес-ланча. С 17 до половины 11 – вечернее меню. С половины 11 вечера до 8 утра будет показываться фоновое слайд-шоу. Этот сценарий будет повторяться каждый день до тех пор, пока вы не выключите или не перейдете к другому. Интерфейс интуитивно понятный, и здесь не будем рассматривать множество других вариантов составления расписаний. Если использовать таймер на телевизорах, установить запуск последнего приложения при включении или в случае использования браузера, сделать страницу с потоком стартовой, процесс будет полностью автоматизирован. Отметим важную особенность системы. Если вы вносите изменения в слайд-шоу, включенные в потоке, они мгновенно вступают в силу и отображаются на экранах. Вам не нужно заново создавать расписание и предпринимать другие действия.